Мимика, поза, детали одежды – каждая мелочь в образе экспонатов выставки продумана с особой тщательностью. Результат кропотливой работы поражает. Сказочные персонажи словно живые и вот-вот заговорят. Интерьерные куклы выполнены в филигранной технике грунтованный текстиль. Еще называют текстиль с эффектом фарфора. Изделия в этой технике получаются самобытными и неповторимыми. Большинство мастеров тщательно подбирают именно свою уникальную формулу грунтовки и держат в секрете, не делятся ни с кем. Над созданием кукол трудился творческий союз «Света Мама». Три мастерицы решили поделиться плодами своего творчества с саровчанами. Это Светлана Шевченко, Татьяна Клишина и Мария Давыдова. Подобные выставки в Маяковке проходят не впервые и каждый раз удивляют своей фантазией и сказочностью образов. Как-то они все объединены немножко водной темой. Если вы заметили, что здесь присутствует тема болота и тема реки, и в том числе и наши любимые герои из Буратино. Но это тоже водные герои. Это Дуримар, ловец пиявок, и великолепная черепаха Тортила, мудрая, добрейшая, которой помогла Буратино добиться своего счастья и удачи. Выставка «Настроение цвета» будет открыта до середины ноября. Посетить ее может любой желающий в часы работы библиотеки с соблюдением санитарных норм. Вход бесплатный, мероприятие без возрастных ограничений. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.